Антон Павлович Чехов актуален на все времена. Его острый и внимательный взгляд на окружающую действительность помог прорисовать ярких, точных и таких понятных нам и сейчас персонажей. Тонкая чеховская ирония направлена на те человеческие характеры и ситуации, у которых нет места и времени. В героях рассказов Антона Павловича каждый может узнать себя или своих знакомых. Поэтому участники школьного театра «Афиша» при гимназии номер 2 и решили поставить спектакль по произведениям писателя под названием «Наш тревожно-мудрый Чехов». По школьной программе мы проходили Чехова, нам он очень понравился, потому что через его рассказы передаются настоящие эмоции по поводу современного мира. То есть, так как он писал в прошлом, то и в наше время встречаются ситуации, как в его рассказах. Он нам приглянулся по чувствам, по эмоциям. В спектакль коллектив включил 4 рассказа Чехова: «Моя она», «Неудача», «Дочь Альбиона», «Злой мальчик». Изначально ребята вместе с режиссером Юлией Николаевой подготовили постановку для школьного праздника. Во время выступления завуч снял спектакль на видео, а потом отправил на отборочный этап областного конкурса репертуаров школьных театров. Для гимназистов стало большим удивлением, что их работа прошла в финал. Нас на самом деле внезапно туда позвали. Мы должны были выступать для выпускников, для всех классов. Поставили мы сценку, многим всем понравилось, это и хорошо. Мы репетировали раза два в неделю, пытались прогнать проблемные моменты. Сначала мы выступали в школе, сцена у нас довольно маленькая, тем более мы выступали перед своими друзьями, перед знакомыми. Это было не особо волнительно. А когда мы приехали в Нижний Новгород, первый раз в такой большой город, мы увидели сцену, она больше раз в 5, там другие кулисы, другие атрибуты. Научный этап областного конкурса школьных театров «Саровчане» поехали в Нижний Новгород. Выступления конкурсантов оценивали специалисты театральной сферы. Конкуренция на сцене была серьезной. Постановку гимназистов члены жюри оценили на высокий балл. И наш тревожно-мудрый Чехов занял 2-е место на финале конкурса. Это новый опыт, и ты получаешь новые навыки, общение с людьми. С многими людьми я просто познакомился, узнал о них и так далее. И нельзя забывать то, что я вообще впервые познакомился с определенными произведениями Чехова. Я был учителем чистописанием. Достаточно интересная роль. Мне понравилось, особенно момент, когда ел бутерброды. Но тяжело было влиться в роль, которая не соответствует твоему характеру в жизни. И я считаю, что у меня это получилось. С режиссером как работали, он хорошо все, прекрасно объясняет, как говорить, где интонацию, объясняет про персонажа, то, что вот он грустит, ему хочется с кем-то поболтать. И я прекрасно понимаю из ее слов, что надо делать. Такой значимый конкурсный опыт у школьного театра 2-й гимназии – первый. Победа вдохновила на новые свершения. В планах у коллектива – новые постановки и выступления. Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.